Смотрите, какой произошел ужас. У нас тут на АТБ, это остановка АТБ сзади меня, спалили Салтовский мясокомбинат, сгорел. Я думаю, что спалили. Тут и колбаса, наверное, погорела, и сальтисон, и все на свете. Смотрите. Ой-ой-ой, одни вон этикетки от колбасы и сарделек, гляньте. Вон куча сарделек сваренных. Видите, вон, вот это сардельки. Спалили. Вот уже вредители. Так, видите, расправляются с тем, что не нужно. Кошмар. Вот это вот убрали у нас. Вот эту вот мусорку. Тут прием был макулатуры, все выкинули. И убирают этот магазин тоже. Хороший магазин такой был. Убирают, отрезали свет. Тут один гараж, по-моему, уже убрали. Считаю, что это ужас. Клубничку, такой хороший магазин был. Что ты, зайчик, сидишь? Что ты, зайчик, сидишь, скучаешь, а? Урнял? Урнял? Я цветочки маме Кристине вчера не отдав, сегодня отдаю. Пойду. Иди, иди, Орланыч. А что ты открываешь двери всем подряд? Ну что ты открыла двери? Ты не знаешь человека. Что, что теперь? Я тебе сказал не открывать двери. Что? Это тебе Кристина... не может. Нема ничего, я буду сказать. Это тебе Кристина подарила. Спасибо, Савельчик, цветочки. Это Кристина подарила, девочка. Кристина? Какая Кристина? Из Кривого Рога. С Кривого Рога Кристинка? Да. Подожди, она что-то еще мне дарила? Такое было, да? Или ты, может, привет передавала? Что-то мне имя знакомое. Хай Бог милая память тебе, я не помню уже. Ой, спасибо. Потерял хозяин паспорт этой квартиры в Чехии. Ну, я поняла, я поняла. А его друг нашел, каже, и друг позвонил сюда, каже, вот такой-то адрес. И мужчина пришел, а что ты открываешь двери? Хорошо, что это так, а что ты открываешь двери? А я то, что знала, до тебя дозвониться не могу, а ты дома. Поэтому я открыла. Ну и зачем ты открываешь двери вообще? Ну а что я хай бы тарабанил, даже я думала сразу, что... Ну если тебе открыть, тебе по башке дадут. Ну теперь что, хорошо, что открыли. Хорошо, что открыла. Но если ты откроешь другой раз, тебе по башке дадут. Ну я и так пароль мы кажем. Ну пароль он тебе сказал? Нет, а что ты, открыла двери? Ну, надеялась, что ты дома. Что, что, что ты надеялась? Точно так само сказал. Каже, хозяин, да, я кажу, хозяина немає. Его паспорт нашли в Чехии. Вытри подбородок. Кто кажу, кто что ты ела, что на подбородке? Да я это... Грейпфрукту. Грейпфрукту. Он разрезала, ела. Тільки що не... Як сахар міряла? Ні, сьогодні не міряла. Вечером попозже, перед тим, як глядь, поміряєш. Як ти себе чувствуєш? Нічого, нормально. Не нормально, я сьогодні, жарила рибку трошки, чуть-чуть підсмажувала, підливку взяла, уху сварила з риби. Сьогодні в мене рибний день. Угу. І хороша уха вийшла. Знаєш, що я положила? Ото, що мені приносили в больницю ету, як її, гречка, вона із тиквою якась. Я думала, морковка з тиквою. Там трошки-трошки залишилося, що то раза два. Так, ладно, в мене відкрита квартира, бо ти будеш. Ну, давай. І, коротше, туди пустила рибку саму маленьку, а більшеньку сікрою жарила. Прийдеш ще це? Прийду. Прийде. Я закриваю все. Закривайся, закривайся. Я до Колі дзвонила, може, коли прийде теж до нас. Я кажу, заповни мені телефон, я дам деньги і все. Надо, знаєш, що куди ти діваєш деньги з телефону? Та куди я діваю, так і знала. Він каже, що саме. Кажу, він нікуди. Ваш керів, я не дзвоню, мені дзвонять. Да. Я все одно відбираю. Да. Я сьогодні до світи хотіла, не з того телефону, не все, не можу дозвонитися. Людям 40 рублей на місяць хвата. Та прям 40. Та прям. Все, я закриваю. Все одно, одинакові карти все одно знімає. Якщо б були одинакові, позвонила, допустим, до дівчинки, до двері не відкривай нікому. Все, ну все. Заходь. Так, ну давай. Заходь і босяком не лазь. Приходь, приходь, давай. Демент розказала. Я позвонив сестрі хазяїна. Тепер продиктував номер этот чешский. Видите, вот бутончик распускается, еще один на подходе. А это новая вот эта
Я их полил недавно. Закрываю от солнца, бо видите, что делало солнце? Что сделало, вот опалило мне листочек. Один и второй. Я теперь их на солнце. Солнце тут термоядерное. Вот это с вечера надо закрывать. Вот так. И потом только как солнце уходит, я открываю. Потому что ужасно палит цветы солнце. Это, ну, просто до ужаса. Купаю зайчику новую подстилку сегодня. Где вниз? Бегает, бегает рыбокот. Ох, тут бегает. Запрыгивает сюда и сидит. Рыбок караул. Ах, хайван. Ох, такой хитрый. Ах. Ур. А чё касаешься? А чё касаешься? А чё ты тянешь мене рукой? Я тебе одной рукой. Ти мене руками і ртом. А я тільки рукою. Я ж тебе не кусав. Я тебе не кусав. Отчіпи руку. Отчіпи. Отчіпи. Ти знаєш, скільки вона стоїть? Це мої таблетки. Я тобі покажу. Урасахол. Це мені прописали врач. Вот такие вот таблетки. Вот, потом вот такой моторик, стимулятор простатики. И вот такие вот таблетки Пангастро. Это пантопразол. Ну, для вот желудка, для вот этого всего. Но у меня тут-тут-ву, я пью лимон с содой, вообще себя чувствую превосходно. И вот мне Аня Логачева рассказала, что вот такое даже это самое, что оно лечит за 3 дня гепатит А Боткина. За 3 дня лечит вот это лимон с содой. Вот то, что я показывал. Говорит, это еще по Ванге. Говорит, в 70-каком-то году, говорит, мы с мамой вычитали. Это, говорит, желчные протоки забиты, вот тебе плохо. Так что я начал пить, и мне еще таблетки, кстати, ни одной таблетки не выпил. Вот, по тому делу, что у меня болело. Я говорил, что у меня рвота была и все. Ну, вот попью еще таблетки, эти 10 дней у меня курс, пропью их. Ну и закончу вот этот лимон с содой. Че ты такой бешеный? Че ты такой бешеный, а? Че такой бешеный? А, бешеный? Ой, мисс, бешеный. Ой, мисс, ох, такой. Нажрется, украмы на печеночку, златочка. Воровка. Че жареную печеночку свистнули, а? Кто тебе разрешал? Кто разрешал твоей жопе жирной воровать, а? В кого ти такий вор? Скажи. Скажи, в кого ти такий вор пішов? А? А? Хайван? А? Ти? Дитя Нострадамуса. Дитя Нострадамуса. Привітик. А? Я соскучився за тобою. Дитёныш порока. А? Плод любви. Большой и чистый. Де твою мамку, папка твоя брехати? А? Де вона тебе рожала? А? Десь в подвальчике? Где? Хто тебе приніс до мене, а? Хто? Хто підкинув тебе, красавця, мого любимого? Хто? А? Хто тебе обріхатив? А? Ох ти, мерзавчик. Де твої братики? Де мамка з папкою твої? Живі вони чи ні? А ти живеш. Вже 5 год скоро, кувелдико. 5 год уже оцей бестій рижий. І? Ох, ох, хвостати. На, на. Ай, звір, на. Рези, я тебе люблю, дурака. Ти мене б'єш. Ти мене кусаєш. Та не бери на кутні. Іди. На. А-а-а. Не хоче кусати. Хоче пальці гризти. А вот так грызи, на. Так не хочет. А так сразу. А, хитрый. Губа не дура. Тіло моє панца їсти. А? Тіло моє янгольське їсти, а? Хитрый ковелдик. Хитрый ковелдик, на. 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 Ага, ой, озабочена. Ой, злючая яка. Ой, дуже утирок. На, ишь. На. Не получается удовольствие на это. Удовольствие на это, кручку жрать, да? Удовольствие на это. Ох ты. Паскудник такой. Ох ты, паскудник. Ох ты. Путин.
Ты Путин. Иди отсюда. Иди. А сейчас поедешь. По Крымскому мосту на самосвале. Понял? За рулем будешь ехать. На, но. А, не хочет такая истина. А как пальчик сразу тягне. Тягне, алчно, алчно. Гребешь, гребе, на. Вот и жалчный кот. Так хватит драться со мной. Как веревочку, так и граться со мной тянешь. А как так, так дерешься. Знаешь, такий захватчик. Все собі загребти, загребти. Передніми, задніми. Іди від мене, іди. Іди, Валух, іди, дівенти розкабана. Іди, кажу. Ай, ти мене вже погрузив, я в сифіліс не хожу. Мене слюна капнула, він побачив, якась. Хай вон ти такий, а? Безприданниця. Без родини, без племені. Скачеш, як дурачок. Ай. Зайчик мій, зайчик мій, зайчик мій хороший, зайчик мій любимий. Зайчики, гладиш, воно, бачите, яке неблагодарне. Не? Знав би я 5 років назад, що ти мені будеш таке витворяти. Ага. Знав би я. Що буду поклонятися тобі. Ідол, ти істукан, ти рижий, істукан. Ага, камеру давай, підніми. Ой, пішов, побіг. Ой, тати ж. Ай, біга, дурачок. Ай, біга по квартирі. Віце, щас я побіжу. Морда твоя рижа. Мордяка хитра. Біга, слідить, а там сидить. Як дурачок. Вот смотрите, там вот по городам делают вот эти вот Киевщина. На экране это флешмоб такой. Крым. Днепрянщина. Маки. Полиция. Полиция. Стоят на жаре. Ага. Привет. Да, привет, Кристина приехала в гости. Николай, гляньте, я зашел в шоке. Тут такой стол, что просто капец. Капуста, это какие-то блины. Такая капуста. А где Барси, кстати, да? Салат с кем-то. А это Билибей тот, который давал... Это Эдик, да, это я принес этот это бальзам. Бальзам, потому селедка. Это, кстати, для тебя селедка, потому что... Когда ты это готовил все? Весь день. Барсик, да. Ну, хай он сидит, не вытаскивай, он сам выйдет. Он сам выйдет. Он когда много людей... Барс копия Коля. Похожий, да, скажи? Иди сюда, зайчик, иди. Ходи. Барсик, иди, я тебя кормил. Барс, я ж тебе кормив, знаєш, вспомнив. Да. Да, клубнику, Коля. А де ти клубнику брав? Магазині. Да, блінчики. Блін, це ти, мабуть, в этом, в Фозі покупав, чи ні? Коля. Я, чесно, я все покупав, кроме картошки і этого. А все остальное а я де картошка? Ну, он там на кухні, можете посмотреть. Чесно, Барса, витащу. Боже мой, гляньте. Гляньте, що тут твориться у Колі. Тут пюре. М'ясо. Це ти картошку... Коля! Коля! Це картошка Мівіна? Ні. А чого я бачу, що Мівіна? Тому що не пожарилась, ми не підгоріємо. Поэтому і Мівіна. Це пюре? Да. Так, а ну що у Колі в холодильнике? Матір Божа. Що это? Це запаси. Коля! Ти що торгуєш колбасою, признавайся? Подпольно. Ти ограбив Салтовський м'ясокомбінат, який отам от згорів. Тільки нікому не говорите. Ніфіга собі. Який це комбінат? Салямі? Це ще тоді комбінат горів, я би сказав.
Боже, что это, а что это у тебя? Сметана, куча масла. Зачем тебе сколько? Что это такое будет? Потому что он боится, что много людей. Блин, это сардельки, селедки еще две штуки. Куда тебе сколько? А тут что? Ты бачила? Что это? Кошмар. А что это такое? Колбаса? Коля уже что-то надкусил. Коля, что это такое? Коля, что это такое? Кажи нам. Птички, о, это птички какие эти. Мені теж, о, гляньте, висилали птички. А в Колі йдете цвіти, кстати, я бачив. О, сидить черепа. Уже я порвав Коліну прищепку, зараз повішу. Де Барсик? Барсик, ох ти красавець, привіт. Ох ти красавець, привіт мій, красавець. Ох ти такий красивий. Ох ти котярка такий. Ой, котяра. Зараз я порозбираю, да, я вот это, Коля, надо повісити куда-то. Я тебе сорвав. А ну сейчас я рану на цветы твои. Пахну мою птичку. Иди, иди. О. А тут цветы, смотрите, Коля, подвешены. Еще и растут. Ой, ой, блин, что я... Ой, Коля! Что я... Ой, что я сделал? Что это такое? Что оно, я дотронулся? Так я дотронулся, оно сразу упало. Я не чуш. Надо вытерти вот это стену. Та я не перевернул, я тронулся, а ночью так пало. Я ж тоже, изначально, когда вы должны были прийти, а пахнуть? Ой, как пахнуть, да? Сразу слышно, что фиалки. Так это не фиалки, сам бачу. Це фиалки. Ты что? Анютины глазки. Нет. Это петуни. Это чернобрывцы маленькие. Это петуни, это не фиалки. Побольше петуни, а все так вкусно. Це моя корзинка Барсика, яка давав, він вже пилю покрилась. Там ще твої мами хрустан. Так, да, кстати, тут де-то вон. Там де-то магніти, вона все каже, десь магніти, там магніти. Тарілки мамини. Хрусталь, треба зробити конкурс, розіграти хрусталь. А це що, банан тебе валяється? Де? А, то губка. Это у меня, знаєш, откуда отпало? Вот там от вверху, видиш, там какой-то поролон вверху є. Він так не то кусочек отпало. Это присылали, да, и мне такие тоже. Я только своего отправил подарок. А что это? Коля, что у тебя в холодильнике, объясни. Еда. Для чего сколько? Я для чего? Я буду гостям теперь по палке колбасы дать. Я в шоке. А я вот этот бальзам. Только я не знаю, как дарил. Его открывать. Ну тут, наверное, оно сургуч или что это? Это такая, как знаешь, пломбы раньше на почтовых ящиках. Ну под горячую воду его попробуй. А так нельзя? Ну попробуй так, да, можно и так. Ага. Он вообще-то твердый, посмотри какой. Давай, давай. Смотри, это как печать ставили, помнишь такая? Я первый раз такой вижу. Я, кстати, тоже. А там пробка хоть есть или она ну, должна быть, такой? Я думаю, нет. Что-то там сейчас не вылилось. Думаешь, польется сразу. Ну, что это что за фигня? Ты же башкирский, если так, куда это? Уже там пробки не делают. Башкирский. Ты что, сурово? Да там стекло. Да, ты вот так вот. Стучи, стучи, да. Да не, на себя мне не кажется, надо. Мне кажется, там пробки вообще нет. Да есть, давай, ты от себя делай. А, не, вот так вот. Да, о. Все, помой его, сполосни, чтобы это не попадала фигня-то туда. О. На, сейчас я его вытру и поставим его на стол. Ого. Что это за тарелки у тебя? Где ты так и находишь? Мази. Это, кстати, эко-посуда называется. Это не пластиковая, видишь, а такая. Ну ты стол, конечно, накрыв, слухай. Я шо? Мы даже гости в работу приходим. Соевый соус, оливковое масло. Хлеб вот это классный, кстати. С изюмом, черносливом, с курагой, с орешками. Там он огурцы, нарезка.
Иди посмотрим, что там гости принесли. А ну что тут? А это что такое? Пиво. Да. А я, кстати, как раз чипсы к пиву купил. Боже, это сколько вы? Боже, Ну, мы сначала думали, для троих, потом думали, для четверых, то больше. Основательно. Вы основательно решили. Смотри, Эльдене, я еще такого не пробовал. Тебе мороженое срочно хватит. А что вы пиво набрали? Оля, надо мороженое в холодильник. Тебе место есть в холодильнике? Все, у меня места в холодильнику нема. Не шукай. Боже мой, а что ж тут есть? Каштаны. Каштан, кстати, очень хорошее мороженое еще. Да, надо ставить там мороженое. Ленинградское или какое оно? Мы только что стояли ДСТУ. ДСТУ? Да. Ну и что нашли? Ну вот то, что нашли. Так, что еще у нас? 47.33, видите? Вот. Это хорошее, 47.33, это хорошее. Там хорошо, там вентилятор, все равно все сделают. Тамаш, идите, присаживайтесь, я сейчас все сделаю. Давай, что тебе помочь? Не надо, все уже готово. Я сейчас принесу только воду и садите, присаживайтесь. Та-та-та-там, та-та-та-там. Оля, що, еди не хватило, чи що? Що там делаєш? Фозі покупав. Блін, я проіграв, ребята. Я вже, що Фозі покупав. Я думав, це він запарив Мівіну. Фозі запарив, ти хочеш, іди не пройдеться, як тож. Ось це обалденне пиво. Ось Ель називається. Оно дыней пахнет. Вообще не чувствуется пива, ничего. Ой, она, на, ребята, вот я не знаю, очень вкусное. Какой-то эль с дыневым вкусом. Свежий. Рекомендую. Вот картошка из варуса. И я могу сказать, что почему я подумал, что она мивина. Она у них сбита блендером. Когда сбивается, вот ошибка огромная, нельзя пюре так делать. Оно просто, вот как оно, как резина, да? А ты попробуй. Она просто... Вкус, нет, я попробовал. Вкусный, она просто... Картошка. С нее выделяется клейковина с вот этой картошки. Вот на мастер-шефе запрещали пюрировать именно картошку. Потому что она выделяет сразу крахмал. Вот ну, это все как клейстер становится. Mm-hmm. Вот это типичная ошибка. Ужасно. Вот она, видите, она как пластом mm-hmm. идет. Да. Она тянется, а не как картошка, а как какой-то блинчик. Как будто тесто сырое. Так, да. Делать надо тогда, когда ты тесто, да, вот, на основе картофеля тоже. Ну, такое, наверное, можно делать. Кристин, дай тебе нормальный тарелку. Да, ну, вроде что-то. Ну, давай. Это вот горошек можно пюрировать, а картошку нет.